Прежде убословене, наимехон книг. Нон чертами и рязами чтехон и гатахон погани сонште. Крстивше же сен римскими и грецкими письмени, нон ждахон сен писати словенску реч без устроения. Нон како может сен писати добре грецкими письмени Бог или живот или дело или църков, или чаяние, или широта, или яд, или онду, или юност, или онзик, и на подобна сим. И тако бешам много лета. Потом же человеколюбец Бог строен и все, и не оставляем человеча рода без разума, но всем к разуму приводен и спасению, помиловав род славянский. Послаем святаго Константина, философа, нарицаема го Кирила, мъжа праведна истина. И се творим 30 писмена и 8. Ова во почину грчских писмен, ова же по словенсте и речи. От првого же начен по гречиску. Он ю бо алфа, ас, аз. От аза начен то бое. Иако же они подобрше сен жидовским писменем створшом, тако и с грчским. Жидове бо прво е писмен имен Талев, еже сен сказает учение свршајом ште. Води му детишту и глаголен ште. Учи сен еже е Талев. И грци подобен ште се тому алфа решам. И сподоби сен речение сказания жидовска грчску онзику, да рече детишту учение место, ишти, алфа бо ишти сен речет грецком онзиком. Тем бо подобен сен свенти Кирил створи прво е писмен аз. Нон, јако и првому сонщу писмени аз, и од Бога дану роду словенскому, на отврстие уст, в разум ученштим сен буквам великом раздвижением уст, возгласиту сен. А она писмена малом раздвижением уст, возгласенту сен. И исповедајон сен. Все же сон писмена славянска. Сице, а подобает писати и глаголати. Аз, буки, веде, глаголи. А ще бо упросиши книгчиен грчкиен глаголен, то есть писмена створил или книги приложил, или в кое времен, то реци от них ведент. А ще ли упросиши славянскиен букарен глаголен, то и писмена створил есть, или книги приложил, то все ведент. И отештавше реконт. Свентий Константин, философ, нарицаемый Кирил, ту нам письмена створи и книги приложи. И Мефодие, брат его. И аж ты вопросишь, в кое времен, то ведент и реконт. Яко времена Михаила, цесария грецкого, и Бориса, кнензя болгарского, и Растица, кнензя моравска, и Коцеля, кнензя блатенска. Так разум, братие, Бог е сдал славянам. Ему же слава и чест, и држава, и поклонянје, ныне и присно, и в бесконечнијен веки. Аминь.